Приветик, мои дорогие, сегодняшнее видео будет про покупки, как вы поняли под названием. Я не знаю, но сейчас, когда начала работать, у меня больше денег, как-то траты стали больше. Я не знаю. Просто знаете, здесь ничем заняться, кроме как ходить по магазинам. Когда свободное время, я не хочу сидеть дома. И чем тут можно заняться? Здесь нету ни центра города, здесь нету, не знаю, у меня нет друзей, чтобы в кафе с кем-то сидеть. Одна в кафе сидеть не буду. Да, здесь даже кафе нету. Единственный Starbucks, это считается кафе. Все. Одни фастфуды, магазины и рестораны. Это все, чем ты можешь тут заняться. Так что чем заниматься на выходных, когда свободное время? Ходить по магазинам. Время проходит, да, ты ходишь, смотришь, время проходит. И, конечно, деньги тратишь. То покажу вам сначала не так интересные вещи, как косметика, уход, а потом в конце перейдем к интересным вещам и одежда. А я себе купила одну маску от Freeman с авокадо, я ее обожаю, она мне нравится. После нее реально лицо такое очень свежее, хорошее, мягкое. Мне эта маска очень нравится, могу посоветовать. Потом я себе купила масло для волос от фирмы Suave, которое мне абсолютно не нравится. Обычно я от масла ожидаю, что мои волосы становятся такими красивыми, мягкими. Это масло особо этого не делает. Единственное, что оно делает, так как у меня кончики сломаны, у меня волосы, кончики торчат во все стороны, это выглядит как солома. Это масло делает их красивым прямым. То есть они у меня лежат прямо и ничего не торчит. Ну, покупать я его не буду и советоваться тоже никому не буду. Ну, если вам, смотря что вы от масла ожидаете. Потом я купила две помадки. Одна помада от Maybelline Color Whispers, которую я так обожаю. А? Еще одна у меня в моей коллекции. Это номер 60, Petal Rebel. Это такой вот цвет. Его не видно на руках, на руке, но на губах он очень такой вот ярко-розовый. Вот не ожидаешь от такого... такой помады, которая на руке почти не видно, но почему-то на губах она реально яркая, розовая, такая вот прям неоновая. Классная помада. Потом Вика наконец-то дошла до помад Kate Moss от Rimmel. Не знаю, год назад все ее хвалили, все покупали, и только сейчас Вика дошла до нее, чтобы купить. Купила цвет 17, очень красивый такой вот цвет, как раз то, что я люблю. Не прям розовый, но не красный, что-то между этим, такое вот более натуральное, под мой цвет губ. Очень люблю, мне нравится, и консистенция хорошая, и помада хорошая. Может быть, себе еще какую-то яркую красную подкупить, надо подумать. Потом я себе купила две кисти, я очень долго, ну не долго, но пару недель ждала. У нас очень часто бывает такая акция на кисти Real Technique, покупая одну, а вторую бесплатно. Было бы хорошо бесплатно, да? 50% скидка. Но, честно говоря, 50% скидка это не особо много, считаю, что еще сверху таксы выходит, не знаю, на 3-4 доллара дешевле. Не такая уж прям скидка. Если в Германии 50% скидка, то это значит половина цены. А тут думаешь, это же не половина цены. А потом начинаешь думать, а еще же таксы сверху. Ага. Так вот, купила себе две кисти, которые я очень долго хотела. Одна такая большая для пудры. Так как я сейчас начала пользоваться пудрами, что я раньше никогда не делала. Это была мне хорошая кисть, я такую себе купила. Она очень большая, вы посмотрите. Она громадная, она мягкая, с ней так... Ох, так приятно наносить пудру на лицо, потому что она такая мягкая, хорошая, такая, мне нравится, обожаю. Вообще, обожаю кисти Real Technique, я скоро все скуплю. И другая, это был, другая кисть была такой, был такой баффер. Баффер. Чтобы тональник хорошо наносить, так можно его вбивать и размазывать, и под глаза хорошо можно с ним попасть, потому что он не такой большой, и вокруг носа, и классная кисть, тоже мне нравится. Потом я себе купила, потому что в последнее время как-то у меня комплексы, значит, моих морщин по глазам. Мне кажется, для моего возраста они слишком... немного, но слишком... как говорят? Слишком сильные, слишком... я забыла слово. Глубокие. Вот, мне кажется, что мои эти линии слишком такие слишком глубокие. Я не знаю, может, мне кажется, ну, как-то у меня сейчас комплексы, и я пользуюсь столько много вещами, чтобы эти морщинки убрать. Я себе купила от Lift and Firm за 7 долларов такой вот гель для глаз. Здесь коллаген и какой-то эластин, и не знаю, короче, убирает, когда глаза опухшие, и убирает такие какие-то мелкие линии. Я думала, продукт будет большой, прихожу домой, открываю, а тут такая маленькая баночка. Но мне очень нравится, потому что здесь совсем мало надо, то есть этого геля
он надолго хватит, потому что реально мало надо, очень мало, очень мало. И мне нравится, он прям как впитывается сразу, то есть вы намажете один глаз, второй, а потом, когда на последний глаз опять идете и трогаете, вы уже ничего не чувствуете. Мне этот крем пока что нравится. По крайней мере, по утрам я встаю, его мажу, и у меня сразу такое облегчение на глаза идет, потому что он такой холоденький, такой дает эффект, не знаю. Классная вещь, мне нравится пока что. Насчет морщинок не знаю, но я всего лишь пару дней им пользуюсь, поэтому... И потом я себе купила маску для волос от H2O или H2O. Такая вот маска, спа для волос. Seaweed. Я не знаю, как seaweed на русский. Эти водоросли, так говорят? Я не знаю, я забыла. Да, она специально для волос, которые сломаны, не знаю, от солнца, жары, или соленой воды, или клора. Здесь какие-то коллагены, какие-то, не знаю, короче, масла морские, что-то там морское, и запах такой очень на траву похоже. Разные-разные травы. Ну, я не знаю, я его сегодня использовала, я не знаю, мне кажется, может быть, какой-то такой эффект дает, что волосы такие вот гладкие. Особо ничего пока что сказать не могу. Стоил он $6. Потом я себе купила очки, потому что у меня только одна пара очков. И они уже все расцарапаны, и поэтому я как-то купила там очки, не знаю, сколько они стоили. $3. Такие вот. Ну, знаете, чтобы загорать в бассейне, нужны очки или когда, ну, не знаю. Значит, очков мне как-то очки особо дорогие не нужны, потому что они мне все равно ломаются, теряются, и поэтому мне просто не нужны чисто против солнца. И тогда перейдем к одежде. Я себе купила одну сумку за $15, а изначально стоила она 85. Это классная скидка. Это такая сумка-портфель. Первая сумка-портфель, у меня такой еще нету. Вот так вот, видите, она как портфель. Мне очень нравится, что она вот такая вот кожаная. Здесь такая темная кожа и серая. Все эти золотые детали, мне просто эта сумка нравится. Она так, скажем, стильно, дорого выглядит. Ремень у нее такой из... ну, такая вот золотая цепочка. И главное, что здесь тоже есть такой материал, чтобы на плечо эта сумка лежала. Сидела. Удобно. Хорошо. Классная вещь. Обожаю. Ношу тоже без перерыва. Единственный минус, что как-то она реально, в ней очень мало места внутри, так как ее нельзя вот так вот, она вот, ее нельзя так раскрыть. Как-то очень трудно туда вещи помещаться. Кошелек и телефон, может быть, еще салфетки и это все. А потом я себе купила, заказала в интернете, я, кстати, еще жду некоторые чехлы. Я себе заказала чехол, который мне недавно пришел, я уже в Инстаграме везде его постила. И да, я просто в него влюбилась. Такого чехол за почти $6 из Китая, конечно, из сайта AliExpress. Одна подписчица мне посоветовала этот сайт. Спасибо тебе огромное, потому что без тебя я на этот сайт не зашла бы никогда, потому что я не особо люблю онлайн закупаться. Я привыкла все на eBay покупать, но на eBay почему-то чехлы на Samsung Galaxy практически нету. Самые-самые простые, да. Я привыкла с айфона вечно покупать такие крутые, смешные чехлы. И тут я, не знаю, упала в депрессию, потому что думаю, что такое, почему на Samsung нету такие крутые чехлы, как на iPhone. По крайней мере, на eBay. Ну, на AliExpress вы найдете огромный выбор даже для Samsung Galaxy. Дешево. И плюс в Америку доставка бесплатная, я не знаю, как в другие страны. Ну, реально, за $6 такой чехол. И все смотрят, и все всегда: «Oh, this is so cute, where you get it?» Я такая: «It's from the internet!» Не знаю, классно, мне нравится, даже такое настроение поднимает. Так, потом я себе купила одно платье. О, я себе еще купила такой вот лак для ногтей от Орли, кальциум. Ну, он такой очень, он не жидковатый, наоборот, такой густой. Это типа с кальциум, чтобы ногти росли
сильнее, потому что мои ногти, из-за того, что я очень много сейчас в этих резиновых перчатках, когда я в Subway делаю еду, мы перчатки одеваем, или когда посуду мою, у меня как-то ногти реально, они у меня ломаются, они короткие, и они все равно ломаются, и ломаются, и ломаются, и ломаются. Поэтому я себе решила попробовать купить Орли, стоил он, я его купила за $5 на скидке. Пока что он мне нравится, он хороший. Мне кажется, я вижу результат с моими ногтями. Но буду еще дальше тестировать. Так, перейдем к одежде. Я себе купила такое платье. Красивое. Летнее, как раз цветочки, это для меня. Здесь такой вот пояс на талии. И самое главное, оно вот так вот идет, видите? Вот так вот, да-да-да. Очень красивое платье, такое вот летнее, девчачье, как раз под меня. Видите, я люблю цветочки, я девочка-цветочек. А потом я себе купила простую майку за $5. Она такая короткая, чтобы носить под джинсы high-waisted или юбки high-waisted. Такая вот коротенькая, простая серая майка. Она к всему подходит, поэтому я купила. А далее за $10 я себе купила юбочку такую красивую. Она такая вот кремовая белая, с кружевом, и ее тоже на талии носишь, это так все красиво выглядит. Ну, мне нравится, очень красивая юбочка, милая. А потом я себе купила один спортивный лифчик за $15, потому что у меня всего лишь их два. Да. Так вот, прикольненькие. Розовые, типа в стиле омбре, очень удобные, хорошие, здесь у него везде дырочки, что мне нравится, то есть воздух выходит даже повсюду, даже между грудями тоже такие вот дырочки. Хороший, классный лифчик, мне нравится. Там я себе, мы уже почти все, я себе купила таких вот два лифчика, ну не лифчика, это бандео, ну знаете, такие вот, которые носить, не знаю, под майки с таким вот большим вырезом, да-да-да. Или под какие-то более прозрачные вещи. Мне очень понравился дизайн. И это тоже стоило всего лишь $6. И купила почти то же самое, только такой вот. Он стоил 5. Вот. Купила себе майку за $15. Она очень мне понравилась. Не знаю, такая вот. С кружевом полностью прозрачная. И что мне нравится, что она очень мило падает. Она не прямо падает, а такими вот волнами. Еще не знаю, с чем ее и как ее одевать, но она мне просто понравилась, и я должна была ее купить. И последняя вещь, это уже типа к зиме, к техасской зиме. Я себе купила, блин, я такую куртку хотела в Германии, но они реально дорого стоили. И я не была готова отдать столько много денег за такую джинсовую куртку. Но здесь я увидела за $25, и я не сдержалась. Это реально то, что я хотела. Это такая джинсовая куртка, простая, коротенькая, и рукава у нее такие вот сделаны. Вот. То же самое продают такие джинсовые куртки и рукава из кожи, но мне лучше нравится такой, потому что я люблю все такое вот мягкое, и капюшон тоже, ну его можно тоже снимать. Очень красиво это все стильно выглядит, я не могу дождаться это носить. И за $25, конечно же, я не сдержалась, в 33 градусов Вика побежала себе покупать джинсовую куртку, но я боялась, что их, может быть, не будет через пару месяцев, потому что там всего лишь 5 курток висело, и я решила, лучше я куплю, чем если потом поеду и не будет, и я буду злиться на себя, почему же я не купила. Так что да, купила я себе такую вот джинсовую курточку. Да, и последнее, чем я хочу с вами поделиться, это такие вот для дома. Я такие покупаю штучки от Renutit, это, знаете, такой вот гель вы раскрываете. Сейчас я вам даже покажу, потому что я хочу одну раскрыть. Так, вы это так вот раскрываете. Открываете вот так вот. И здесь такой гель, и потом... в комнате так хорошо пахнет. Я люблю это просто везде ставить, в туалете, в комнате в моей, в зале, в спальне. Потому что очень приятно пахнет так. Сразу... Обожаю, и они стоят всего лишь 75 центов. Вот, и купила я себе еще такие. Да, такой вот вкус, запах After the Rain после дождя. Очень приятный. И такой вот, это вообще мой самый любимый запах. Это Apple and Cinnamon. Это невероятно красивый запах.
И еще я люблю покупать себе такие, или вот как здесь, такие вот свечки. Они стоят где-то по 2-3 доллара, но они реально пахнут по всему дому. Вот это пахнет очень сладко, знаете, там, какие там фруктами, а это у меня пахнет, не знаю, лимоном, арбузом, не знаю, огурцом. Очень классные свечки, они дешевые, не то что эти Yankee Candles, которые стоят дофига, и я не знаю, это то же самое, это по всей комнате пахнет, и они дешевые, и я их очень люблю вечером зажигать, потому что, не знаю, мне так приятно, когда сижу и так пахнет, да. Это были все мои покупки. Я надеюсь, что вам было интересно. Я не знаю, нравится вам видео о покупках или нет. Можете мне оставить в комментариях, чтобы я знала, снимать мы такие видео чаще или реже. Было бы тоже интересно узнать, если вы мне скажете, какие видео вы бы хотели увидеть, или какие видео вас больше всего интересуют, какие видео вы чаще всего любите смотреть, чтобы у меня была ориентация, чтобы я знала примерно, что мне снимать и как часто мне чего-то снимать, понимаете? Так что да, желаю вам еще хороших выходных, и мы увидимся в следующем видео. Пока!